Привет всем, это твой мальчик Кевин. Добро пожаловать обратно в еще одно игровое видео КХСЭ. Сегодня мы тоже играем в жизнь дилера. Да, прошла минута. Я действительно собираюсь солгать. Прошла минута с тех пор, как я, знаешь ли, снял несколько видео, но я решил, ты знаешь, какие игры выходят. Мы проводим несколько ретроспектив игр, и ты знаешь, что они дойдут до конца. Так что я подумал, знаешь что, позволь мне пойти дальше и сделать что-нибудь, сделать репортаж на YouTube. И одна из первых игр, которые мы собираемся проверить на этот раз, это тоже «Жизнь дилера». Я вижу, что мой братан играл в нее, и мне это понравилось. Поэтому я связался с компанией и получил ключ от нее. Так что иди и проверь их. Я собираюсь оставить ссылку на игру в описании ниже. Так что давай продолжим и перейдем к делу. Новая игра. Ладно, посмотрим, как выглядит наш парень, с которым мы собираемся пойти. Я собираюсь пойти с нормальным. Давай посмотрим. Первый. Давай выберем, как, по-моему, они будут выглядеть. Да, это похоже на меня. Ладно, не изображай персонажей, хорошо. Все в порядке. О, определенно похож на меня. О, здорово. Это хорошая коллекция персонажей. Хорошо, я пойду со своим парнем сюда. Так что мы собираемся пойти с Кевом, чтобы увидеть навыки харизмы. Получи больше открытости от даже от клиента-кардиста. Благодаря твоим убедительным аргументам ты сможешь продавать. Умей легче продавать поддельные товары. Хорошо, компетентность. Чем больше у тебя компетентности, тем больше предметов ты сможешь оценить и с большей точностью. Смотри, взгляд может увеличить количество клиентов, с которыми ты сталкиваешься в течение дня. Тоже какой-то плохой. Кроме того, немного удачи могло бы уберечь тебя от несчастных случаев. Ты никогда не знаешь наверняка. Ладно, похоже на то. Похоже, у нас есть один в инсайт. Знай все о личности своего клиента. Кроме того, хорошая проницательность позволит тебе легче распознавать поддельные предметы. Репутация. Репутация отражает то, как к тебе относятся люди и местные власти. Твой выбор и твое отношение к поддельным и украденным вещам могут все изменить. Это сильно влияет на то, что происходит и кто посещает твой магазин. Хорошо, хорошо. Похоже, у меня просто есть, я думаю, в зависимости от того, какого персонажа ты выберешь. Так что я пойду с тобой. Я думаю, мы делаем харизму и проницательность. Круто. Включи нормальный старт. Боб, негодяй. Эй, вот ты где был? Оглянись вокруг, не торопись. Держу пари, тебе это нравится. Где мы? Ты помнишь, когда ты сказал, что тебя тошнит от округа этого округа? Ты сказал, что хочешь сбежать из пригорода. Продолжай. Ну, это твое. Это наш собственный ломбард. Мы разбогатеем и уберемся отсюда. Звучит заманчиво, не так ли? Почему это так? Почему здесь трехглазый конь? Здесь нет крыши. Это крыша с видом на звезды. У меня отличная идея. Не за что. Но у нас никогда не было. Ну, мы никогда не были дилерами. Послушай, у меня есть место и вещи. Ты просто должен покупать дешево и продавать дорого. Это так просто. Я не знаю, как это сделать. Послушай, ты наверняка замечаешь, когда реагируешь, когда взаимодействуешь с чем-то. Если сомневаешься, просто нажми на нее, и ты узнаешь, что она делает. Все не так просто. Поверь мне, все будет хорошо. Я эксперт. Я получил различные награды как дилер. Нет, ты этого не делал. Я сделал это. Я играл в игру под названием «Жизнь дилера» и «Разблокировка», и я разблокировал там по крайней мере два достижения. Я знаю, что я делаю. Хорошо, приготовься торговаться. Я Стефано Тюрьма. Я бы хотел купить вон ту штуку. Дай мне посмотреть. Хорошо, давай разберемся, сколько.
Let's deal. How much? Хорошего досуга. Ты видишь, что я мог бы сделать. 128. Ну, я не совсем удовлетворен, но я куплю это. I'm not exactly satisfied, but I'll buy it. Кроме этого. Да, понял. Привет. Меня зовут Хэл Генрих. Хэл Генрих. Я убирался в доме, как тогда, когда нашел маленькое сокровище. Если это чудесно в твоем магазине, давай посмотрим. МММ – это плохой комментарий. Баварская задница очень близко. Ладно, давай разберемся. Я дам тебе за это $186. Я говорю нет. 186. Я не уверен, стоит ли продолжать. Хорошо, я делаю тебе одолжение. Давай посмотрим. Эй, я хочу этот драгоценный камень. Дай мне посмотреть на тебя. Uncommon. Хорошо, давай договоримся о 650. 650. Ты набираешь 660, и мы заключаем сделку. Что-нибудь hey, есть? Это That's здорово. Спасибо тебе. Здорово. Привет, hey, как дела? Меня зовут Дэвид Ся. Я просто влюбился в это место, и у меня есть большие деньги. Давай посмотрим. О, трофей, да. Хорошо, легендарный. Очень хорошо. Здорово. Давай заключим сделку. Ты можешь пойти туда. Ты куда идешь? Ты можешь пойти даже на 2500. Дай мне подумать. Я думаю, что смогу. Я это устроил. Посмотри, как я кручусь и сдаю. Хорошо, итак, мы подсчитали расходы клиентов банка. Все в порядке. Неплохо. Поделывай для более высокой рекламы, для более высокого еженедельного дела. Гардероб на прокат. Восстанови по найму. Давай заставим его двигаться. Тебе промыли мозги для высшего. Давай попробуем восстановить, потому что кое-что из этого можно было бы просто восстановить. Привет, как дела? Меня зовут ты и Марли. Я хочу маленькое сокровище. Очень интересно. Очень интересно, не правда ли? Допустим, с плохим может быть редкость, общее состояние плохое. МММ, в чем дело? 260 я дам тебе. Я дам тебе. 188.5. Нет, 188. Нет, 188. Теперь я тебе вот что скажу. Я дам тебе за это $192. Со мной все будет в порядке, потому что я такой, я покупаю вещь для обычных людей, и это плохо. Это будет стоить мне денег, чтобы починить это. Хорошо, ты знаешь, у меня здесь есть это маленькое сокровище. Мне нужно заработать немного денег. Хорошо, давай посмотрим. Это необычно, но это ужасно. Допустим, я дам тебе за это $285. Да. Быстрая фритюрница. Эй, я готов забрать свои деньги. Давай посмотрим, на что ты рассчитываешь. Хорошо. Ужасный верхний номер.
290-390. А, договорились. Мне нравится этот предмет. Что ты скажешь? Давай скажем. Хорошо, давай разберемся 220. МММ, как насчет? How about, Я думаю, мы могли бы. Я думаю, мы могли бы заключить сделку. Я заработаю на этом немного денег. Я согласен на этот вариант покупки. Я не только новичок, так что я не могу этого сделать. Да, ты иди вперед и исправь это, потому что я думаю, что мы сможем. Я думаю, мы сможем заработать на этом немного денег. Я здесь из-за того маленького спортзала вон там. Хорошо, 390. Что у нас есть? Давай заключим сделку. Угадай цену. Пойдем, 425. Дай мне подумать. Ладно, договорились. Пойдем. Что такое немного денег? В тот раз я потерял не так уж много денег. Это Ричард Холл. Я выиграл это. Я выиграл уникальную цену. Мне нужно заложить его. Давай посмотрим. Ужасный 91 год. Этот предмет заложен. Ты ничего не можешь с этим поделать, пока не истечет срок действия ломбардного билета, и его владелец не заберет. Я. Ужасно. Я дам тебе 75 баксов. Потому что я знаю, что ты можешь называть меня Ривер Твитти. Я убирал место преступления, где нашел это. Взглянул и скажи мне, что ты хочешь за это. Драгоценный камень 1999 года, необычно хорошие 15 сотен. Ладно, давай разберемся. Я должен купить. Я должен купить это дешево. Надо купить маленький сотовый телефон. Я дам тебе гладкий. Я дам тебе гладкий. 920 за это. Я дам тебе за это даже 1000. Ну что же, это твоя потеря. Пока. Давай посмотрим. Дерево крепкое, около 360. Прикинь. Это то, что я собираюсь получить. Вот что я собираюсь из этого извлечь. Послушай, я пойду. О, я не хотел этого. О, я не хотел этого делать. Я делаю. О, ладно, это пошло. Могло бы быть и лучше. Давай посмотрим. Щелчок униформы. Хорошо, давай посмотрим. Давай поднимемся примерно до 245. Хорошо, я поднимусь до 95. As high as 295.
Я пока не могу этого сделать. Что у тебя есть на прокат? С меня хватит. У меня нет нового. Не могу оторвать глаз от вон того спортзала. И у меня есть наличные. Что у тебя есть? Хорошо, давай заключим сделку. 990. Пойдем. Даже 1000. Вот так. Это хорошо. Хорошо. Мощное устройство, новая технология, изобретенная для предотвращения ошибок. Хорошо, давай посмотрим. Давай посмотрим, что у тебя есть на планшете Ломбарда, производящем общую кровать 2019 года. Давай заключим сделку. Угадай цену. Я дам тебе. Я дам тебе за это $198. Я имею в виду, ты не должен быть удовлетворен. Мне следовало бы почистить чердак, когда я кое-что здесь нашел. Посмотри. Хорошо, давай скажем, что у тебя плохой досуг. Хорошо, давай заключим сделку. 550. Назови приблизительную цену. 550. Это, наверное, тот, от кого я собираюсь получить. Вот что я собираюсь получить от этого. Так что я дам им примерно. Я даю тебе около $300. Даже 7, 10. 710. Я поставлю тебе четверку. Я дам тебе $450. Да, убирайся. 7 — это не цена, не цена. Я сказал, даю тебе 300. Ах, дай мне 700 за плохое. Я делаю тебе одолжение. Я видел вон ту штуку. О, одежда, а... Давай заключим сделку. 490. О, это прибыль. Но знаешь что? Давай, оставь мне $500 за. Вот так. Привет, как дела? Я здесь для того, чтобы... Где это? О, я больше не вижу никаких предметов. Больше этого предмета нет. Я хочу этого. Это забавно. Мне жаль это слышать. У нас был напряженный день. Работа сделана. Поздравляю, ты был избран вторым лучшим ломбардом в округе и ожидаешь больше клиентов, чем обычно. Хорошо, зови меня мужчиной. Спасибо. Я чистил свои карманы и нашел это маленькое сокровище. Ты нашел это в своих карманах. Прикинь, шляпа лимузина сделала это в 2020 году. Ладно, давай разберемся. Давай посмотрим. Оценки вроде 380, так что я должен подойти к этому. Так что давай пройдемся. И в основном в плохом состоянии. Пойдем. Давай поедем по 235-му шоссе. Ну что же, это здорово. Спасибо тебе. Вот так. Эй, я хочу избавиться от этого. Что у тебя есть? Хорошо, давай заключим сделку. Давай посмотрим твою цену за $330. Особенно в плохом состоянии. Пойдем, типа, давай подзаработаем. 76. Нет, мы бы хотели, чтобы ты взял 160. 186. Прекрасно. Я возьму это, потому что я мог бы. Ты? Мне бы не помешало немного. Мне бы не помешали кое-какие предметы. Позаимствовал кое-что. Давай посмотрим. Это ужасно. Давай заключим сделку. Это 120 120.
120? Или зазвонил необычно плохо. Uncommon bad. Давай заключим сделку. 600? Просто посмотри на меня. Mm. Ты возьмешь. Ты возьмешь полные 50. Mm. Я даю тебе полный. Я дам тебе за это $540. Вот так. Я дам тебе за это $540. Давай посмотрим. Они идут. Все в порядке. Конечно. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Заплатил за это $994. Да, давай заключим сделку. Да, я отдам тебе это за троих. Honda, даже. Подожди. Скажи, за сколько купишь? Ты действительно хочешь предложить 300? Да, это то, что я хочу сделать. О чем ты говоришь? Хорошо. Эй, ты хочешь? Ты хочешь заработать больше денег? И я такой, да, давай посмотрим. Я нашел кое-что в своей корзине в своем саду. Ты нашел череп в своем саду. Помоги полиции. Помоги полиции. И у него есть его глазные яблоки. Полиция. Все еще каменный череп. Помоги полиции. Хорошо, значит, речь идет о продаже. Как будто продаешь. Я заплатил за это $110. Нет, я заплатил за это $104. Но, как и ты, лучше радуйся. Мне нравятся навыки, потому что мне нравятся навыки. Скажи, покупатель, купи здесь маленький драгоценный камень. А что у тебя здесь? О, стул. Стул теперь в хорошем состоянии. Это необычно, чего ты хочешь. Давай заключим сделку. 3000. Это хорошая перемена. Но не мог бы ты взять угощение? Ты бы взял за это $33,250. Убери свои монеты в гриву. Убери свои монеты в гриву. Как мне это продать? Хорошо, хорошо. Чего ты хочешь? Первый. Хорошая сделка. Я дам тебе. Я отдам тебе его за $100. Конечно. Здорово. Позволь мне сделать. Позволь мне заработать на этом $25 прибыли. Хорошо, убирайся в моем офисе, убирайся на моей кухне. Давай посмотрим, что у тебя здесь есть. Необычайно серьезная опасность. Хорошо, давай заключим сделку. Я дам тебе за это $30. Хорошо. Как насчет того, чтобы сделать гладкий 450? Нет, 450. Хорошо, давай откроем пруд. Хорошо, это заложено. Круто. Чего ты хочешь? Скажи мне, чего ты хочешь. Конечно. Таблетки мои, о, милые. Кусочек вон там. Чего ты хочешь? Это кольцо. О, да, это прекрасное кольцо. Давай заключим сделку. 720 720 рублей. Около 750, да? Видишь, вот как ты бы торговал здесь, на этих улицах.
See, that's how you be wheeling and dealing out here in these streets. Хорошо, все в порядке. Что у нас здесь? Давай предположим, что это моя цена. Я дам тебе за это фальшивую толстушку. Хорошо, мы тебя возьмем. Ты возьмешь 500. Все в порядке. Последнее предложение. 540 и нет, 520. И это мое последнее предложение. Жду. Ты можешь пнуть Роксану, пожалуйста. Что? Нет, я этого не делал. Я понял. Я понял. Я должен был сказать им, чтобы они пинали камни. О, кран, таблетка. Что ты будешь делать? Ты возьмешь за это $330. Вот так. Ладно, что у тебя есть? Играешь в маджонг. О, я знаю. Теперь я действительно люблю немного поиграть в маджонг. МММ, я скажу тебе, что я тебе дам. Я дам тебе за это $116. Вот так. Посмотри, как я здесь катаюсь и торгую. Хорошо, хорошо. Я думаю, что это то, куда я собираюсь. Я думаю, что я собираюсь воткнуть в эту булавку. Но да, это было сделано. Похоже, это действительно так. Это действительно весело. Мне это действительно нравится. Я, вероятно, буду играть в это на досуге. Но да, мне это определенно нравится. Спасибо тебе за то, что ты посмотрел эту игру, похожую на первый взгляд, что угодно. Большое спасибо компании. Я собираюсь сбросить ссылку на ссылку и двойку для игры, так что иди и проверь это. Спасибо вам, ребята, как всегда, за просмотр еще одной пещеры, еще одного видео-шоу Кёви-Кёва. Если тебе это нравится, нажми кнопку «Мне нравится». Если ты хочешь увидеть больше подобных видео, нажми кнопку «Подписаться». Следуй за мной по моим ссылкам во всех моих ссылках в описании ниже. И да, желаю тебе чудесного дня. И всякий раз, когда ты смотришь это, пока ты смотришь это. Желаю тебе чудесного дня. Пока, пока вы все. Мир, пока.